губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев вот поддержал идею, поддержал предложение нашего комитета по молодежной политике. И вот сегодня у нас есть свой центр военно-патриотического воспитания, вот, которому вот, губернатор уделяет очень огромное внимание вот, в плане именно подготовки молодежи. И вот сегодняшний лагерь, сегодняшняя смена, вот, уже вторая смена, видите, это тоже показывает. Они сегодня вот, пришли, ну, практически не готовые там не маршировать, там не оружие, может быть, держать в руках, не бегать, не преодолевать препятствия. Вот, а завтра, или вот, допустим, вот, вот смена, которая отсюда уже вот недавно убыла, вы же видели, или, допустим, вот мы посмотрим на примере вот этой смены, они уже начнут смело преодолевать препятствия, значит, ну, как-то вот, ну, даже вот так в округе, вокруг потом покажете, наверное, вот, чем сегодня занимаются наши ребята, которые завтра пойдут в армию. Это ребята в возрасте от 14 до 18 лет, которые у нас находятся на первичном воинском учете в муниципальных образованиях. Вот, они проходят конкурсный отбор, который проводит наш Ростов-Патриот-центр. И ребята направляются в делегации от муниципальных образований сюда, как участники. В этом году при поддержке губернатора Василия Юрьевича Голубева мы смогли увеличить количество смен. Если в прошлом году мы только 100 ребят у нас стали участниками военного городка, в этом году уже 240 человек стали участниками военного городка. Сегодня проходит уже у нас работа второй смены. И я хочу выразить благодарность губернатору Васильевичу Голубеву, поблагодарить всех, кто у нас здесь являются нашими соорганизаторами. Это и военный комиссариат, и ДСАФ региональный, и администрацию Донецкого района. Действительно, здесь выбор не случайен. В год 70-летия Победы, в год молодежи Дона мы проводим это мероприятие патриотическое именно на исконно казачьей земле, которая здесь и казачьи традиции, культура, наш богат наш Донской край.